Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и мой маленький Дэнни. Какой он мой маленький, я же большой мужик. Большой мужик. Ты будешь здороваться с девочками? Привет. Привет, скажи. Иди. Ну ладно, не будем тебя отвлекать. Смотри телевизор без звука. Как это, какой-то уровень там. Я помню, какой-то уровень высокий, когда ты смотришь сначала телевизор там без звука, а потом телевизор без картинки, и там сам последний уровень — это смотришь телевизор без телевизора. Вот у нас первый уровень — это мы смотрим телевизор без звука. Итак, сегодня у нас покупочки Fix Price, ваши любимые. Сегодня необычное будет видео, потому что сегодня будет для вас новость, кто-то знает о ней, кто-то нет. Еще больше фикс прайса, как говорится. И, ну, что уж томить, давайте сразу вам и скажу. Я была в фикс прайсе, и новинок просто, я не знаю, не завозят, но что-то я новенькое нашла все-таки в фикс прайсе, потому что просто так снимать видео без новинок я вообще не вижу смысла. Поэтому новинки в любом случае есть. Я их покажу вам в начале. А вторая часть видео — это будет фикс прайс, который открылся в Ашане. Я не знаю, везде ли он открылся, но для меня было приятное удивление, когда я сегодня зашла в Ашан, и целая линия, там идет все по 49 рублей. Причем классные товары, реально классные, полезные. Я там тоже кое-что себе набрала, кое-что уже мы брали в фикс прайс. То есть есть похожие товары. Ну, очень много всего, очень много всего. И какие-то приколюшки я взяла. Давайте начнем сначала с нашего классического фикс прайс. Мне все хочется волосы убрать, но с ними так намного лучше. Давайте я хоть за уши закидаю. Дыня, опять мои прокладки. Ну, короче, я беру вот такие вот... ежедневные прокладки Ола. Открытые уже. Дэнь, ну ты глаз за глаз нужен. Беру, короче, иногда фикс прайс их. Дэнь их, вот если ему сейчас дать, он их просто раскидает по всей кровати. Поэтому я их скорее уберу. Итак, давайте начнем. Взяла, как всегда, свои любимые огурчики, помидорчики. Также пробовала в Икее. Если вы смотрели видео буквально вот у меня недавно, тоже там очень вкусные, но фикс прайс и дешевле, и вкусно. Я не скажу, что даже менее вкусно. Очень вкусно на уровне, как и со Швецией, да, у нас. Поэтому соскучилась, взяла. Дальше из новиночек. Давайте сначала продукты. Это не новиночки. У нас чай мой любимый. Кстати, по-моему, чай у меня какой-то другой. Я маму просила брать. Она тоже взяла тест, уже красный, по-моему, какой-то другой. В общем, я беру такой чай. Я его обожаю. Пью его с утра до вечера. Не, с утра кофе. Вечерком чай этот. Кто не пробовал вообще. У Тест, кстати, много прикольных всяких чаев. Ну вот черный я люблю вот такой. Кстати, из продуктов взяла вот такую вот фигнюху. Вот такую интересную. Хотела с вами вместе попробовать, что это. Это вареная кукуруза. Но, вы знаете, я в разном виде пробовала вареную кукурузу. Но вот в таком виде я ее еще не пробовала. Хотя, подождите, сладкая кукуруза, это что же кукуруза? Короче, давайте я попробую, а потом скажу. Новинка. Слушайте. Реально со вкусом кукурузы вареные. А я очень люблю вареную кукурузу. Только воздушная. Прикольная штучка вообще. Но здесь очень мало. Короче, воздушная кукуруза со вкусом вареной кукурузы классической. Надо было положить, чтобы малыш не перевернул. Вот такие читос. Читос. Дальше. Сегодня, кстати, с малым была в фикс прайсе и... выпустила его, чтобы он ходил там, брал, что хотел и так далее. И, в общем, он там брал разные приколюхи, которые я потом забирала, ставила обратно. Но вот эту приколюху он захотел себе оставить. Такой у нас еще нет. И мне очень нравится. Девчонки, кто еще не покупали деткам, вот такие вот с ними купаться. И вообще, для детей, которые тащат в рот все, а любят они книжки и картинки. Я думаю, мой малыш не один такой, который любит картинки смотреть, да? Вот такие вот книжки очень классные. Сейчас я ему дам, и может быть он полистает ее немножко, перестанет переворачивать у меня здесь все. Это с насекомыми. Насекомых у нас еще вот нету. У нас много таких книжек, штук 5 валяется. Здесь насекомые, которые в водичке, если намочили, они появляются картинкой, а потом снова возвращаются, то есть цвет появляется. Потом снова становятся белыми.
Вот. И еще здесь можно даже что-то подсчитать. Например, гусеницы, как и пауки, умеют выделять шелковую нить. То есть здесь такие познавательные. Стоит 99 рублей. На, Дэнь. Ты хотел? На. То есть в рот берут, и, допустим, вот картонные, да, он тоже любит листать, но он их все портит, рвет. А это прям вот вечная какая-то вещь. И пока он научится читать, потом еще будет читать, можно спрятать, достать через год. Это такой лайфхак для мам. Еще для ребенка я взяла тоже такая новая игрушка для купания. Вот. Я выбрала котик, они были разные там, они как-то шевелятся. Давайте достанем. В общем, 55 рублей. Нужно этого котика завести. И пустить воду. Деньги нравятся. В общем, что-то там будет делать. Плавать, может быть, ножками. Дэнь, ну давай сейчас не будем тарахтеть. Я сейчас быстренько-быстренько покажу девчонкам, что я купила. Еще из новинки вот что я приобрела. Давно мой любимый просил меня привезти ему что-нибудь, если увижу маленькие чашечки для кофе. Ну, пока я ехала по дороге, я ничего такого не нашла интересного ему в подарок. И, ну, помню о том, что я сама кофе пью из больших кружек. Ну, я латте пью, поэтому мне маленькие не нужны. Но что-то я решила взять. И вот привезу ему в подарок, а одну оставлю у себя. Это такие маленькие кружечки. На одной написано «Мистер», на другой «Миссис». Вот. Я думаю, что ему будет приятно. Вот кто-то спрашивает меня, что мужчине подарить. Вот я считаю, что нужно дарить всякие мелочи. Кстати, прикольно сделано. То есть, не скажу, что прям супер дешево, знаете, вот так вот неплохо. Черненькая вот такая вот. Черненькая и красненькая. Очень мило, мне кажется. И даже живя на расстоянии, мы можем так, знаете, как говорится, чувствовать друг друга. Ну и малыш может играться, потому что он любит у меня, знаете, делать вид, что он пьет. Он берет стаканы и делает вид, что он пьет. Короче, маленькие вот такие вот эспрессо классные. Сюда можно пить. Вот уже. Покажи. Как ты пьешь? Покажи. Давай с мамой чокни. Ой, давай кофе с мамой пить. Давай. И не пьет. Молодец. Еще я взяла, как вы помните, своей племяшке куколку. И теперь все, что вижу на эту куколку, все покупаю. Но, знаете, вот когда не было этой куколки, я прям видела кучу всякой одежды для этой куколки. И всякие приспособы, приколюхи. А как куколка появилась у нас, так и ничего не появилось в фикс-прайсе. То есть ничего нового не появляется. Но вот такой вот закутывается ребенка, пупсика. Все спешила вам показать, чтобы скорее отдать ребенку это одеяльце для пупсика. Также недавно дала свое любимое зеркало, которое покупала в фикс-прайсе, 100 рублей всего стоит. Деньки, он у меня его разбил. Я его выкинула и вот купила другое. Мне очень нравится качество этого зеркала. За 100 рублей это же вообще... За 100 рублей это вообще мега качество. Денечка, давай ты не будешь разбивать, слышишь? Не разбей только, а то папе мы ничего не донесем. Да, только купила, зеркало разбил. Нет, это не тебе точно. Дэня. Вот, в общем, вот такое зеркало было. И вот мне нравится, что оно розовенькое. Само зеркало очень классное. Отражаюсь я в нем красиво. Еще я взяла вот такую ленту в фикс-прайсе. Это нужно для того, чтобы закрывать все ящики, запечатывать. Но постоянно, каждый день, а может быть и два раза в день, я меняю эту ленту, потому что малой ее сдирает и так далее. Тоже один из лайфхаков для мам. Я все планирую для вас снять видео лайфхаки, но сложновато мне дается, чисто психологически, что надо собирать все по чуть-чуть, а не просто сел, показал, рассказал, да. И... В общем, закрывайте, не покупайте все эти закрывашки. Я не знаю, конечно, может быть, существуют классные какие-то закрывашки, но для этого нужно 50 штук их перепробовать, для того, чтобы понять, чтобы хорошо закрывашки держали. Ну, вы поняли, какие закрывашки, которые закрывают наши ящики, чтобы дети не открывали ящики и все туда не вытаскивали, да? Самый простой способ, легкий, реально действенный, до поры до времени, это вот покупать вот такой малярный,
скотч. Он нигде не остается. Малярная лента, она липкая. Просто закрывать, он очень хорошо держит ящики, и при этом малыш может не увидеть, особенно если белая лента. Особенно если белая мебель. Если не белая мебель, то что-то другое надо использовать. В общем, вот это мне нравится. Я взяла еще пачку, потому что постоянно я сдираю. Оно все сдирается. Взяла себе носки. Носки женские, 36-40 размер. Просто черные такие утепленные. Но это всегда под какую-то обувь мне нужно. Так, еще взяла вот такие наклеечки, тоже новые появились. А это, я думаю, знаете, будет что-нибудь. Вам отсылаю все время. Вот, кстати, скоро будет конкурс. Я все время отсылаю, все время пытаюсь вам украсить как-то. Я, конечно, не дизайнер, не супер, но я все время пытаюсь как-то украсить коробочку, что-нибудь прилепить туда или что-нибудь сделать. Ну, вот сердечки мне эти очень понравились. Они такие полупрозрачные и в какую-то блестку. Вот такие. И мне кажется, что очень классно будет их куда-нибудь налепить и вам отослать, знаете, с любовью. А для декораций всяких взяла. Декоративного искусства. Вот такая еще тушь была в фикс прайсе. В конце видео покажу, как она красит. Классикс профессионал маскара. Написано, что королевский объем нас ждет. Но у меня, кстати, накрашены очень тоненько сейчас реснички. Ну вот сверху сделаем, посмотрим. Ну и теперь мы подходим к фикс прайс, который был в Ашане. Что я там приобрела? Во-первых, я долго искала вот такие вот стаканчики вместе с крышками. То есть стаканчиков прикольных очень много везде, и в фикс прайсе, и в Ашане. Но отдельно вот таких вот крышечек я нигде не видела. Давайте попробуем, как они держатся, эти крышечки, как они крепятся, насколько хорошо. Вот наливаю я кофе и закрываю. Крышечки уже идут с дырочкой, то есть нет такого, знаете, открывается, крышечка закрывается. Достаточно плотно, нормально сидит, я думаю, что классно. Вот если бы там все время был этот фикс прайс, было бы очень круто, потому что там реально очень много полезных вещей и для дома, и вообще. В общем, вот так вот, кофе. Я бы всегда такие стаканы брала, потому что крышки реально не найдешь. И вы помните, сколько я искала? Ну, кто следит за моей жизнью и в Инстаграме, и в Ютубе, во влогах, я очень искала все это дело. Дальше для ребенка также вот 49 рублей. Я нашла вот такую классную трубочку, и их все хочу попробовать. Тоже сейчас в конце видео чуть налью себе и попробую. Такая трубочка очки. Тут отдельно вот такие вот, как очки, трубочка. Тут запечатанная. Запечатанная. Две даже трубочки. Господи, без картинки вот я не разберусь. Реально. Мы соединяем эти трубочки вот так вот между собой. Это идет, одевается вот так вот. Это идет в рот. А это в напиток. В общем, в конце я вам покажу, что, как я буду пить отсюда, и мне прикольно попробовать это делать. И ты потом попробуешь, Данька. Только я не знаю, вытянешь ты все это дело или нет. Также я взяла, мне очень понравились вот эти зарядки. По 49 рублей я, короче, взяла зарядки. То есть не зарядки, а USB. Они без адаптера специального, который в розетку. В общем, это зарядка для обычных телефонов, как Android, Samsung, например, да. Это зарядка. Они сделаны прикольных цветов, видите, желтенькие, розовенькие. Это USB для, написано, что Apple 8. Ну, короче, как на мой пятый пойдет. Такая вот. Достаточно длинные, я смотрю, они. Розовая, желтая. И этот я взяла, потому что, кстати, у меня не работает ничего. Это зарядка для, я надеюсь, правильно взяла, Apple 30 пин, плоский, широкий. Короче, этот свой не могу зарядить. iPad. Для iPad вот такой вот оранжевый. Короче, три вот таких вот. Попробую. Попозже в конце я вам покажу это. И самая приколюха, еще самая приколюха, которой я очень довольна, это вот такая вешалка. Уху! Необычная вешалка. Для чего же она? Давно хотела такую вешалку какую-нибудь. Она для шарфиков, для поясов. Очень удобная. Вообще она еще удобная.
О, супер! Вот эта штука крутится, я люблю, когда она крутится. То есть можно вот так повесить на что-то, да, вот так. Не только боком. Вот. И сюда, значит, мы можем попродевать наши шарфики, пояса, и все будет хорошо. Также такая вешалка, она очень удобна для хранения бижутерии, потому что сережки можно повесить, все будет видно, наглядно. Вот, кстати, да, хорошая идея, сережки повесить. Вот такие вешалки. Там были черные, синие, по-моему, голубые. Вешалка очень-очень крутая. Надевай. Надевай. Это вот такие вот интересные штучки. Как они работают? То есть ими можно использовать их как подставку для ручки. Я как раз для этого взяла, потому что ручки у меня все время теряются, все время не могу их найти. Также это можно соединять провода, которые торчат, несколько проводов, да, просто их соединить в один вот такой. Сейчас давай покажем. Я взяла зелененький, потому что зеленый для меня это цвет такой, знаете, спокойный. В общем, выглядит это вот так. Вот такая вот штука. Она резиновая. Здесь с обратной стороны она крепится. Крепится на липучке. Например, я к холодильнику так прикреплю, да, и я могу карандашик или что-то вставить, и оно будет стоять. Вставлю, и оно не будет теряться. Также можно провода, допустим, да, если у вас торчат из одного места. Если у вас торчат из одного места много проводов, то просто их соединили и такой резиночкой прикрепили тоже куда-то, чтобы оно вот не шаталось по квартире. Тоже стоит 49 рублей. 6 штук. Дэнь, раздаваем. Раскидаем все это нахрен в разные стороны, да? У меня только 5. Где еще одна? Вот она. На. Давай ручки. На. Давай ручки. Вот так. Не, давай. Давай руки, тебе дам в руку. Теперь давайте же попробуем все же нашу тушь. Что у нее за запах, что у нее за текстура. Вот такая тушь. Один раз я просто знаю, что как, ну, как пробовать надо, и надо пробовать. Потому что однажды я купила в Китае тушь. Не в Китае, я не была в Китае, а заказала или где-то, короче, в китайском месте. И она была просто ужасная, я ее выкинула. Она слепила мне все ресницы. В общем, здесь очень интересная, достаточно широкая кисточка. И она силиконовая. Вот такая кисточка. Нельзя. Мама. Не, зай. Давай, мам, накрасить реснички. Сейчас я попробую накрасить реснички. Очень хорошо разделяет, что мне нравится. Слушайте, тушь классная. Мне уже нравится. Одна кисточка что стоит? Я люблю такие кисточки. Вам особо так ничего не будет понятно, но это стоит довериться просто моему опыту. Я этой кисточкой буду красить, реально. Кисточка очень классная. Тушь пахнет как тушь обыкновенная. Когда вытаскиваешь кисточку, на ней не остается много туши, что хорошо. Я люблю так. Я не люблю, когда много туши, все липнет. Я люблю, знаете, такие более естественные реснички, когда получаются. Да, не накладываются на ресницы кучу туши. То есть вот тут аккуратно-аккуратно. Это вот из этой серии тушь. В общем, она будет у меня лежать на столике, и я буду ей краситься. Разные цвета всякие есть такие, ну, симпатичные. В общем, стоит попробовать, кто ищет бюджетные какие-то варианты. А что по поводу того, что королевский объем? Теперь тестируем наши очки. Держатся они, кстати, очень хорошо. Я налила детский сок. Данька сейчас тоже будет пробовать. В общем, тянем. Вытянем ли? Долго-то тянуть. На самом деле прикольно. Так, а обратно идет? Обратно тоже вроде идет. Сейчас Денька тоже попробует. Так прикольно, потому что я вижу тут вот эти над глазами. Сейчас только она стечет.
Дэнь, давай, стечет все. Приколюха приколюшная. Так, давай, Денечка, теперь ты. Иди сюда. Давай. Трубочку, иди сюда. Ой, Дэн, ты будешь пить или нет? Иди сюда. На, сок. На, смотри, это сюда, трубочка. Ладно, на обычную трубочку. На обычную. Ну, тебе побольше, смотри. Дэн. О, пьет мальчик. Очки, скажи, с очками мне не очень нравится. Мне как-то лишнее, да? А так нормально. Так, это протестировали штуку. Что у нас там осталось? Еще нам нужно с вами проверить, будет ли заряжаться мой iPad и другие телефоны. Значит, первое, я беру iPad, он полностью разряжен, и заряжаю его. Вам не видно будет, наверное? Вот. Я в хорошую, кстати, адаптер вставляю, мощный, оригинальный, от Samsung. В общем, ждем. Потому что у меня ничего не... О, пошла зарядка. Ну-ка, видно вам? Во. Супер, пошла зарядка, значит, работает. То на оранжевенький такой классный. Дальше мы проверим с вами зарядку на Samsung. О, супер, пошла зарядка. Слушайте, самое классное, что они такие, знаете, милые. Они реально там разные цвета были. Они плоские и разноцветные. И последняя зарядка на iPhone. Супер. Я надеюсь, что это просто прослужит долго. Все это дело. И, в общем, рекомендую вам тогда, кто пользуется китайскими зарядками. И у кого есть оригиналы, до последнего пользуйтесь оригиналом. И всего лишь по 49 рублей. Ну что, вот наши покупочки все и подошли к концу. Я надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Я надеюсь, что для кого-то это, может быть, была новость, потому что я прям сегодня была, и сегодня же прям вам выставляю видео скорее-скорее для того, чтобы вы успели, да, заметили этот момент, потому что в Ашане очень много фикс-прайса, и действительно очень много интересных, полезных. Для дома, для машины, для дачи, для школы очень много, детям всякого интересного, для творчества, то есть действительно очень много полезных всяких вещей. В общем, стоит туда зайти, кто еще там не был, этого не видел. Я надеюсь, что Ашан это внедряет на постоянной основе, и тогда у нас будет еще больше интересных видео, еще больше всяких приколюшек и новинок. Также фикс-прайс мы желаем, чтобы как можно больше всяких новинок было в нашем основном фикс-прайсе, да, потому что я туда хожу все время, часто, и прям, ну, когда нечего брать, я прям очень сильно расстраиваюсь. А когда есть какие-то новинки, есть что тестировать и показывать, я очень радуюсь. Если мое видео было интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз зашел ко мне, добро пожаловать к нам, и подписывайтесь на мой Instagram, ссылку я на него оставлю здесь, и под видео также есть все ссылки. И вообще много разной полезной информации. Сын подошел, забрал просто кружку. Наглость, второе счастье, да, зай? Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Увидимся. Пока-пока. Дэнни, что там делаешь? Пацан устроил чаепитие. А ты маме дашь что попить? Дэнни. Дай маме. Попить хочу. Ну, напои маму. Напои маму. Мама пить хочет. Дай пить. Дай пить маме. Дай маме. Ой, как вкусно. Ой, ты зайчик мой. Ты у меня такой добрый мальчик. Ты маме пить дал? Ты сам пьешь? Вот, пожалуйста, для детей еще игрушка.